Гастрольный тур Александра Солодухи – это более 120 городов Беларуси, малые и большие. Певец уже не в первый раз колесит по Синёвкой. В Бобруйск артист заезжает накануне Международного женского дня. Поклонники скупают почти 500 билетов. Он всегда с душой поет, он любит наш народ. И поэтому мы с удовольствием сегодня пришли на концерт. Он совершенно другой. Он не такой, как все. Вот эти вот эстрадные певцы, что по российскому телевидению показывают, которые не сходят с экрана, да он в 100 раз лучше их. На них уже не можно смотреть. Ни на этих Киркоровых, ни на этих Басковых. Вот Алихно и он. Мы пришли на концерт Александра Солодухи, чтобы получить заряд энергии, бодрости. Нам очень нравится его творчество. Подпевать будете? Конечно, будем. В концертной программе не только народные хиты, но и новинки. Гастрольный тур – это презентация 13-го по счету сольного альбома Александра Солодухи. Заглавная композиция в пластинке – «Молодые пацаны». Молодые пацаны, на троих одна гитара, перебором и ударом песни лета и весны. Осенью выстроил города, вот первых 9 городов – Слуцк, Орша, Гродно, Пинск, 4 среды февраля, 3 марта, вот сейчас у нас марафон 6 дней, 3 марта Слоним был кассовый, это 5-й город, 4-го у меня был заказной в Гомеле, губернатор пригласил, 5-го у меня было 6 заказников в Минске, 6-го вчера 2 сольника в Жодино, Белаз, да, сегодня 7 марта Бобруйск, драмтеатр, и завтра Могилев, дворец культуры области. На сцене театра драмы и комедии звучат самые известные треки заслуженного артиста страны. «Мы будем вместе», «Люблю вас, белорусы» и, конечно, «Золотой шлягер». «Здравствуй, чужая милая» поет весь зал. Приготовьтесь, будем петь громко-громко на всю Беларусь. Давай, Степан. Поцеловать не хочется. Уже после двухчасового выступления артист общается со всеми желающими, раздает автографы и позирует для селфи с поклонниками. Я хочу сказать огромное спасибо телеканалу «Бобруйск 360» и радиостанции «Зефир FM» за поддержку, за человеческое отношение. Теперь Александра Солодуху ждут новые города и зрители. Но в Бобруйск артист обещает обязательно вернуться. Я знаю, Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск 360.